Хороший почерк. Можете помочь написать текст написать. На доске большими буквами. Нет, давай. Jayurata Madhava Kunja Vihare Gopi Janavalava Girivaradha Thank you.
Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe. Jai Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe. Jai Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Prabhupada. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Bhagavate Vasudevaya. Сегодня мы продолжаем читать Шримад-Бхагаватам, песня первая, глава четвертая, которая называется «Явление Шри Нарады», текст 24. Она написана 22. Ну тогда я сам прочитаю, хорошо? Сам прочитаю санскрит, а потом по словам месте повторим и перевод. Тайва веда дурмедхайр дарьянте пурушарьядха эвам чакара бхагаван яса крипана ватсалах. Давайте вместе по словам перевод тогда повторим. Те то эва. Несомненно. Ведах. Книга знания. Дурмидхаих. Не очень разумными. Дарьянте. Может быть усвоено. Пурушаих. Человеком. Ядха. Настолько. Эвам. Таким образом. Чакара. Отредактировал. Бхагаван. Могущественный. Вьясах. Великий мудрец Вьяса. Крипанаватсалах. Очень милостивый к невежественным. Перевод. Таким образом, великий мудрец Вьяса, очень милостивый к невежественным людям, преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Давайте вместе повторим. Таким образом, великий мудрец Вьясадева, очень милостивый к невежественным людям, преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Веда едина. Здесь же объясняются причины ее разделения на несколько частей. Обыкновенному человеку нелегко понять веду, семя всего знания. Существует строгое предписание, в соответствии с которым человек не должен даже пытаться изучать веды, если он не является квалифицированным брахманом. Это предписание неоднократно искажалось и по-разному интерпретировалось. Люди, претендующие на звание брахманов только потому, что родились в брахманских семьях, притязают на монополию изучения вед касты брахманов. Другие же воспринимают это как несправедливость по отношению к представителям прочих каст, которым не посчастливилось родиться в семье брахмана. Но и те, и другие заблуждаются. Веды – это предмет, который необходимо было объяснять даже брахмаджи, и это сделал сам Верховный Господь. Таким образом, этот предмет доступен лишь тем, кто обладает только качествами гуны благости. Люди, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, не в состоянии понять содержание вед. Высшая цель ведического знания – Шри Кришна, Личность Бога. Те, на кого влияют гуны страсти и невежества, могут понять эту Личность только в исключительных случаях. В Сатья-югу все находились под влиянием гуны благости. В Трета и в Двапара-юге влияние гуны благости постепенно ослабевало. И люди деградировали. В настоящее время влияние гуны благости почти не ощущается. Поэтому Шрила Вьясадева, милосердный и могущественный мудрец, разделил веды на несколько частей, чтобы большинство людей этого века, находящихся под влиянием гун страсти и невежества,
и не отличающихся особым интеллектом, могло на практике следовать им. Это объясняется в следующей шлоке. Тайва веда дурмидхайр дарьянте пурушайр ядха эвам чакара бхагаван вьяса крипана ватсалах. Таким образом, великий мудрец Вьясадева, очень милостивый к невежественным людям, преподнес веды в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом. Омагина тимирандасья гинангина шалакая чакшурун милитам ейна тасмай шри гураве намаха шри читанья манобиштам стапитам ейна бутале своям рупа кадам ахьям дадати сва падантикам ванчакалпа тарубешча крипа синдху певача патитанам паване пьо Вайшнаве пьо намо намаха, джай шри Кришна чайтанья, прабу нитьянанда, шри адвайта гададхар, шри васади гоура бхакта вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Махамишнабдая Кришна, Бриштая Баталеша Матиндра Дюна Свами Натинамине Нама Прабхупада Предасадж Ганат Хатрананда Мурта и Бхакта Сукая Кришна Уткиртанина Расингина Ракшитая Намаха Намам Вишнабдая Кришна, Бриштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свами Натинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштетя Дешатарине. Так эта глава называется, явление Шинарады. Здесь, в этом стихе, здесь рассказывается, что причина, объясняется причина, почему Вьясадева, он разделил единую веду. Комментарий Шрилы Прабхупады вначале говорит, что веда была едина. И в самом начале он говорит, объясняет, говорит, что здесь объясняется причина, почему он разделил эту веду на несколько частей. Здесь также описывается в стихе, что обычного человека, людей, также на санскрите это слово называется пурушайх или пуруша, человек также. То есть маха пуруша. Да. Великий, великая личность. То есть, также человек называется Нара. Также Нара – это Господь. И также здесь Пуруша, человек, есть Маха Пуруша. Это великая личность, это Верховный Господь. И в отличие от обычной личности, обычных людей, которые введены в заблуждение, этой иллюзорной энергии. Для них нужно знание, чтобы выйти из-под влияния этой иллюзорной энергии. Так как они находятся под влиянием этой иллюзорной энергии, они обладают четырьмя недостатками. То есть чувства очень несовершенны, ограничены. Склонность обманывать других, потому что из-за того, что человек отождествляет себя с телом, он ищет выгоду для этого тела, поэтому обстоятельства так как меняются, то проявляется эта склонность менять и знания, подстраивать под себя, то есть обманывать. Склонность впадать в иллюзию, то есть воспринимать вещи не такими, какими они есть на самом деле. Поэтому сколько людей, столько мнений разных. Люди в разных гунах и разные представления о жизни абсолютно. Склонность обманывать, чувства несовершенные, склонность впадать в иллюзию и совершать ошибки. Спасибо. То есть все мы склонны совершать ошибки. И нет смысла
критиковать людей за то, что они совершают ошибки. Есть лишь смысл помогать этим людям. То есть это называется, как у нас это называется, конструктивная критика. То есть мы, как Иисус говорил, что нельзя ненавидеть человека, нужно, то есть, грех ненавидеть. То есть мы относимся не к личности, а так как мы понимаем, что она несовершенна, поэтому ей нужно помочь выйти на этот, на свет знания. И вот здесь описывается, что Вьясадева – это необычная личность. Его даже называют здесь Бхагаван, очень могущественный. Бхагаван относится обычно к верховной личности Господа. Но у него есть особое качество Вьясадевы. Это качество здесь называется Крипана Ватсалах. Он очень милостивый к невежественным людям. Это особое качество таких великих личностей. Пожалуй, это качество, которое есть только у таких людей. Почему? Потому что они очень близки к Верховному Господу. И это качество есть у Верховного Господа. То есть куда бы мы ни отправились в этом мире, в материальном мире, Кришна всегда с нами. И Он всегда готов помочь. Он даже... Даже без Его милости, даже материальные желания мы не можем удовлетворить. Поэтому также в Шримад-Бхагаватам говорится, что любое положение, которое достиг человек, это положение он получает благодаря милости Верховного Господа. То есть Кришна является вот этой изначальной причиной этих благословений. И Шрила Прабхупада говорит, что даже люди, которые поклоняются полубогам, они думают, что эти благословения они получают от полубогов, но они ошибаются, потому что эти благословения на самом деле дает им Верховный Господь. Полубоги сами по себе они не могут дать благословения без милости Кришны. Поэтому цель всех жертвоприношений – утворить Кришну, говорится, на самом деле. И здесь его называют, еще раз, Крипа на Ватсалах. Крипа значит милостивый, милость. И Вьясадева, он, чтобы людям было более понятно, так как разум их деградировал, так как качества стали утрачиваться в Кали-югу, то есть сюда приходят уже личности с определенными качествами, этот век, он предназначен для людей с определенными наклонностями и желаниями, то, естественно, их необходимо поднять с этого уровня. Не сразу, постепенно. Поэтому, чтобы легче усвоить это знание, он разделил эту часть вед на четыре, целую единую веду на четыре части. И он написал дополнение, то есть он написал пураны. Причем пураны он также разделил на три части. Шесть пуран для людей в гуне благости, шесть пуран для людей в гуне страсти и шесть пуран для людей в гуне невежества, чтобы постепенно поднимать из гуны невежества в страсти, страсти в благости. Дальше. Мы читаем вот эту Маху-Пурану или Шримад-Бхагаватам, которая описывает только деяния Верховной Личности Господа, трансцендентные деяния Верховной Личности Господа. Потому что Вьясадева, описав все, он был неудовлетворен. Ему хотелось описать и помочь людям, но он почувствовал, что он неудовлетворен. И он пытался, он искал эту причину своего неудовлетворения. Почему? И он понял, и он стал понимать, и пришел к нему его духовный учитель Шринарада, который сказал, твоя причина неудовлетворения, потому что ты не указал, не проявил Верховную Личность Господа, связавшись с которым живое существо обретает полное творение. Поэтому и ты не получил этого творения. И вот таким образом Вьясадева записал этот Шримад Бхагаватам. И очень интересно, что косвенным образом в этом стихе описывается величие этих личностей, таких махатм, таких великих личностей, как Вьясадева. Потому что они исполнены сострадания. Например, в 10-й песне Шримад-Бхагава, там дальше, там описывается, как на Курукшетре было жертвоприношение устроено. Это святое место Курукшетра. С древних времен там проводились жертвоприношения для того, чтобы люди все получили благо. И вот там описывается эта история, как туда собрались все цари. И там был Кришна, Господь Баларама,
все почти главные персоны, вот это двараки, из Хастинапура приехали цари также. То есть там очень много было царей, и они встретились, они были многие из них родственниками, они обсуждали, в основном они обсуждали Господа Кришну. Там была Кунти, Гандхари, Драупади, и они все спрашивали у жен Господа Кришны, как они вышли замуж за Господа Кришну. И те рассказывали им истории. Мужчины тоже они обсуждали философию. Но там очень интересный момент описывается, что в один момент это место посетили великие мудрецы. И когда пришли эти великие мудрецы, то все цари встали. Они стали приветствовать их, они вознесли им молитвы, предложили удобные сиденья, предложили им гирлянды, омыли стопы, умастили их тела сандалом и дали вкусные фрукты, сочные, там описывается. И когда мудрецы уселись удобно, слово взял сам Кришна, Верховная Личность Господа, сам Кришна взял слово. И когда Кришна стал говорить, там описывается, что все умолкли, все стали слушать, потому что это необычная личность, это Махапуруша. И слова, которые необычные, они лишены вот этих недостатков четырех. Эти слова очень важны, потому что эти слова, они несут свет знания. О чем же стал говорить Кришна? Кришна сказал, первые его слова были такие. Он сказал, что теперь, когда мы видим вас, великих мудрецов, в нашем собрании, мы понимаем, что наша жизнь достигла успеха, что мы не зря прожили свою жизнь, что мы увидели таких великих мудрецов. Почему? Потому что такие великие мудрецы, они исполнены со стороны ко всем, они несут знания. Они несут знания всем людям. Это самое важное, видеть таких великих мудрецов. И Шрила Прабхупада объясняет, там очень интересно, он пишет, что есть, ну, эти объяснения более глубокие, то есть Шрила Прабхупада не всю десятую песню прокомментировал, поэтому он не успел, поэтому, но он успел написать краткое изложение десятой песни. Он очень, очень интересный комментарий там написал. И вот в кратком изложении десятой песни под названием «Кришна – Верховная Личность Господа», то есть «Кришна Бук» на английском варианте, вот эта книга, там он пишет, что обычно человек, когда он начинает, встает на путь духовного поиска, он приходит и он пытается поклоняться Верховной Личности Господа, сначала он видит только божество, он понимает только важность божества, и он с усердием поклоняется божеству, но он не понимает еще глубокого, у него нет глубокого понимания важности святых личностей. И в одном месте даже Шрила Прабхупада, в предыдущих главах, он там пишет, что в этом отличие неофита от мадхьяматхикари, он пишет, что неофит, он видит только божество и поклоняется ревностно божеству. Мадхьяматхикари, для него божество, это также является, это святые личности, он им поклоняется также. То есть он видит, что благодаря их милости он может достичь Кришны, он может достичь всех качеств. И поэтому, если мы слышим разные истории, можем видеть, что многие возвышенные преданные, они смотрели на своего духовного учителя, не отвлекаясь, они следовали очень ревностно по стопам своего духовного учителя. В них духовный учитель был единственным божеством, которому они поклонялись. И Кришна, он продолжал, он говорил на этом жертвоприношении, он говорит, что человек, он может достичь вот этого совершенства тогда, когда служит таким великим махатмам, как вы. Туда пришло очень много мудрецов, и там описывается этот список, полный список, конкретно полностью список всех этих мудрецов. Первый там был Кришна Двайпаяна Вьясадева, то есть вот тот Вьясадева, о котором здесь говорится в этом стихе. Там описывается Девала, Асита, там были такие мудрецы, как Атри, Ангира, и очень много Кашьяпа, очень-очень много мудрецов.
там перечисляет целый список. И это очень важно, действительно, Кришна объясняет, вот это очень важное наставление. Например, он дальше он говорит, что иногда люди, они идут в места паломничества для того, чтобы совершить омовение, очиститься. И при этом не уделяют внимания тем личностям, которые там находятся. И он сравнивает таких людей с мутхами, с ослами. Он говорит, подобно тому, как осел, он может гулять куда-то, заходить куда-то и не понимает... Он не понимает вот это, как, это вообще важность этого святого места. Эта важность святого места, она, мы понимаем через уши, через слушание. Когда мы приходим в это святое место и слушаем святую личность такую, то нам Дхамма по-настоящему начинает открываться. Мы можем прийти и увидеть, например, придем в святое место Джаганатхапури, Пурушоттама, Кшетра, Джаганатхапури, Дхамма. Придем, увидим Тота Гупинат. Мы что-то слышали о Тота Гупинатхе, может быть. Мы знаем это божество. Но когда начнет говорить саду, мы вдруг узнаем всю историю этого божества. И особенно саду может передать эти отношения того, кто поклоняется, этого преданного слугу этого божества и самого божества. То есть он передаст настолько вот эти эмоции, что мы тоже захотим служить таким образом. И божество начнет проявляться, потому что божество проявляется... настолько в большей степени, насколько личность поклоняется ему с более глубокой преданностью или говорит о нем. Поэтому, когда мы приходим в такие места, и рядом с нами великий Махатма, великая личность, саду, и он нам говорит, или наш духовный учитель, он рассказывает нам про это божество, то божество начинает проявляться, и мы начинаем по-настоящему чувствовать божество, видеть. И однажды, то есть, и поэтому Кришна говорит, что такие люди неразумны, они мутхи, если они просто туда идут, для того, чтобы очиститься. И однажды даже сама... Такие места вообще паломничества называются тиртха. Одно из объяснений слова тиртха заключается в том, что там находится пыль с лотосных стоп Верховной Личности Господа. Пыль. Поэтому это тиртха. Например, Ганга, когда она стекает по всей Вселенной, она течет здесь. И на... В высших планетах она известна как Мандакини, здесь она известна как Ганга, а на низших планетах она известна как ну потом вспомню. Нет, Вайтарани это в духовном мире, она там описывается. Пересечь Вайтара. Ну ладно, потом вспомню, может быть. И когда она течет, говорится. Почему она священна? Потому что она стекает с лотосных стоп самого Господа. Когда Ваманадева пробил оболочки Вселенной, то вот этот вот этот океан, вот этот вот Гарбадака, вот эти воды, они омыли стопы Господа. И таким образом Ганга сюда пришла. Потому что там есть очень много пыли. Но сама Ганга, она обратилась в такую молитву к Господу. Она сказала, мой дорогой Господь, а как же со мной? Люди приходят и совершают омовение в моем вот этом теле, то есть Ганга – это река, и они оставляют здесь очень много грехов. Они приходят для того, чтобы очиститься от грехов. А как же насчет меня? Я же переполняюсь этими грехами. Как я буду очищаться? То есть это такой вопрос был. И тогда Господь сказал, что ты будешь очищаться, когда будут приходить великие люди. Например, в Агни Пуране там очень интересный стих, где прославляется Ганга. Там говорится о том, что просто если человек совершает омовение в Ганге, он очищается от всех грехов. А потом там описывается. Даже если он просто подойдет и постоит на берегу Ганги, на этом песочке, просто рядом, он очистится уже. Потом там дальше говорится, утверждается дальше. Даже если он будет... недалеко там, то есть далеко стоять и увидит просто Гангу, он очистится. А потом там дальше говорится, даже если он просто скажет «Ганга, Ганга, Ганга», он уже очистится. Или просто потом даже говорится, он просто вспомнит о Ганге. То есть настолько могущественно, потому что Ганга, она стекает с лотосных стоп Господа. Но даже Ганга задает такой вопрос. И он говорит, что ты будешь очищаться благодаря тому, что будут приходить святые люди, и они будут тебя очищать. Почему? Почему такие могущественные? Потому что святые всегда в себе
они сами являются тиртхами. Они всегда в своем сердце несут верховную личность Господа. И они никогда не оскверняются. И даже Кришна в Бхагавадгите, он говорит, что даже если чистый преданный совершает самые отвратительные поступки, он никогда не падает, он всегда чист, потому что занят постоянно этим преданным служением. Так уж случается, что бывает, что мы можем совершить ошибки, и материальная энергия может ввести в заблуждение кого угодно. И мы можем совершить ошибки, даже не хотя, не пытаясь сделать, совершить ошибку. Например, Рупа Госвами, он медитировал, и он увидел игры Господа. То есть он видел игры Господа. И они настолько были привлекательны и интересны, что он стал улыбаться и смеяться. А там проходил один мудрец, то есть один святой, преданный Господу. И тело его было не очень-то хорошо сложено, какие-то у него были какие-то недостатки в теле. И он шел и хромал. И он подумал, что Рупа Госвами смеется надо мной. Хотя Рупа Госвами видел самого Господа. Вот. И он обиделся. И вдруг пропали игры в Рупы Госвами. И он не понимал, почему. Тогда он обратился к Санатной Госвами и говорит, что как? Я не нахожу другой иной причины, кроме как какие-то оскорбления. Скорее всего, я оскорбил кого-то. И, скорее всего, это какого-то преданного, потому что сразу же игры исчезли. Но я вроде никого не оскорблял. Санатная Госвами, он старший брат, он очень разумный, очень разумный. Он сказал, надо устроить пир, пригласить всех преданных. Тот, кто не придет, значит, того ты обидел. Так и сделали. Все пришли, один не пришел. Рупа Госвами пришел, сказал, извини меня, пожалуйста, я, наверное, тебя обидел. Но поверь мне, я не хотел тебя обидеть. И он умилостивил этого преданного. И тот преданный тоже сразу же он простил, безусловно, они обнялись, и все было нормально. Но представляете, даже такой вот, на таком великом уровне можно вот совершить какую-то ошибку такую, казалось бы, то есть непреднамеренную. Но вот такие великие личности, даже такие, вот, то есть, так как у них все время Господь, они очень смиренные. Вот. Потому что если мы проявляем хоть какую-то гордость, Господь уходит из сердца сразу же. Он оставляет нас. Он не любит, не терпит какой-то гордости. Поэтому такие преданные, они очень-очень всегда смиренные. И Господь всегда с ними в сердце. И когда они приходят в такие места, то они очищают все места. Поэтому так важно именно общаться с такими личностями. Поэтому Кришна, он говорил на этом поле святом месте Курукшетра. И что интересно, что когда он говорил, прославлял, мудрецы, вот о чем они подумали. Когда Кришна закончил, он немного говорил. Но когда закончил, они удивились и стали ему возносить молитвы. Они сказали, мы поражены. Потому что никто в такой кратком содержании не объяснял всю полноту философии. Ты объяснил нам все. И мы приходим к заключению, что ты Господь. Так не может никто сделать, как ты. Ты Верховный Господь. И теперь мы понимаем, что ты еще более необычен, потому что ты ведешь себя как обычный человек. Твои игры, они вставят нас в недоумение. Мы вообще не понимаем, как это происходит. Ты ведешь себя, как обычный человек, чтобы показать пример всему миру. Вот, так они возносили такие молитвы. Но Кришна, он объяснял славу вот этих великих личностей, святых. И веды, ведическое знание, это здесь... Мы читали, вот тоже в воскресенье был стих, где говорилось, что есть два вида Бхагавата. Это Бхагавата, это книга и личность Бхагавата. И когда мы понимаем, что есть такая личность, и мы должны служить ему, мы не можем служить оторванно, просто лично ему только. Есть еще и вайшнавы, которым мы также служим. И Господь Чайтанья, он даже возвестил высочайший принцип, он говорил даса, даса, ну даса. Вот это настоящее смирение, когда мы служим слугам слуг Господа. Это очень важно. И когда мы начинаем понимать об этом немножко, то вот тогда, когда мы начинаем слышать об этом, о славе таких личностей, мы начинаем служить им. И вот что интересно, что чем серьезнее мы хотим служить им, тем мы более внимательны к им наставлениям, потому что их наставления — это как раз
спасительная вещь, которая может нас освободить из этого мира и приблизить к Кришне, дать нам изначальную свою, дать нам свою природу, которой мы будем полностью счастливы, заняты будем. И когда мы вот начинаем слушать их действительно внимательно и делать таким образом, то мы получаем настоящую реализацию, и мы получаем сразу же два опыта. Негативный и позитивный. Негативный – это значит, что мы начинаем видеть, что то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что рождение, старость, болезнь и смерть – это зло. Мы начинаем видеть это. То есть, и поэтому мы начинаем переставать находиться в погоне за этими чувствами наслаждения. Мы понимаем, что это приводит лишь к смерти, к рождению, старости, болезням и смерти. Мы перестаем это делать. И мы слышим позитивное, что служа Кришне, мы достигаем своей изначальной природы, которая наша природа заключается в том, что мы являемся слугами Верховной Личности Господа. И лишь когда мы достигнем свое изначальное положение, мы будем полностью счастливы. То есть счастье мы достигаем в смирении, когда мы в любви, когда мы из любви хотим служить и всегда ставить себя ниже, чем Он. Потому что такова любовь, когда ты кого-то любишь, ты хочешь боготворить эту личность, ты хочешь служить ему бескорыстно. И вот что интересно, в этот момент человек находит изначальный долг. То есть, когда он начинает понимать, что этот мир опасный, что Кришна – это единственная отрада сердца, в этот момент он находит свой долг, и долг этот заключается в служении. Тогда он испытывает настоящую благодарность. Только тогда, когда он это все начинает понимать. Но понимать он начинает тогда, когда он начинает просто делать то, что говорит ему духовный учитель. Тогда он испытывает настоящую благодарность. Ему хочется что-то делать и помогать. Как у меня в жизни тоже такой был случай. Ну, конечно, он просто обычный материальный случай, но он очень, очень похож на это. То есть, так случилось, что мы с моим другом, с Радхавинодом, мы были в городе Архангельске, и там, в том доме, где мы остановились, двухэтажный деревянный, там его подожгли ночью. И когда мы проснулись, то он уже горел ночью. И мы не могли выйти, потому что мы жили на втором этаже, вся парадная, она горела, и все было в пламени, и оттуда сопла из подъезда вырывалось, огромное сопло, то есть уже были горячие стекла даже, вот у нас окно было прямо под этим, под выходом из подъезда. И то есть все горело, и выйти невозможно было, только если прыгать. Мы пытались вызвать пожарную, звонили, потом кто-то стал звонить в дверь, я не мог понять. То есть такая суматоха была, нужно было собирать вещи ценные какие-то и выпрыгивать. И вдруг кто-то звонит в дверь, и в уме сразу же возникло такой образ, что кто-то просит о помощи, и мы побежали открывать дверь. А хозяйка этой квартиры, преданная, у которой мы жили, она уже оставила это тело. Это было несколько лет назад, может, лет 10 назад. Вот. Она сказала, ни в коем случае не открывайте дверь. И она собирала тоже какие-то вещи, но мы не поняли, почему она это сказала. И мы открыли, а там просто звонок расплавился, и провода соединились, и из-за этого звонок стал звонить. Ку-ку-ку-ку, постоянно звонил. И мы открыли дверь, и весь дым вот оттуда, который там собрался, он прямо ворвался, и все погрузилось в дым. Это самое страшное время пожара, сразу вам скажу, моя реализация. Потому что он такой горячий, что внутри все плавиться начинает. То есть ты вдыхаешь, и угорает человек обычно. Как правило, говорят даже пожарные, что человек не горит даже больше, он сначала умирает от этого дыма едкого. То есть он... Глаза жжет очень сильно, легкие, если дышишь этим. И я пытался, там было две двери, я пытался ее закрыть, но уже не мог просто там. Я потерял эту дверь, и мы закрыли одну, и сделал вторую ошибку, я открыл окна, чтобы проверить, а тяга увеличилась из-за этого только, и дым еще больше наполнился. Но суть в этой истории в том, что приехали пожарники, и нас вытащили оттуда, поставили эти лестницы, мы слезли оттуда, все благополучно, в общем, успели, только-только успели.
Я думал, я, ну, пока они не приехали, я там искал место, куда мы будем прыгать. Потом, когда утром уже, когда расцвело, я посмотрел, там какие-то прутья были. Я думаю, мы там покалечились точно там, как у нас обычно в России. Какие-то прутья, откуда они там, какие-то арматура, камни какие-то. Вот, и вот что я испытал в этот момент. То есть до этого я чувствовал опасность, страх, боль. То есть я это реализовал, потому что она вот здесь. То есть у меня было видение вот этого страха. И когда я вылез оттуда, то я испытывал такую благодарность к этим пожарникам. У меня вот реально, я хотел их поднять и на руках носить. Я думал, ну это как-то нехорошо. Но вот было такое желание сильно. Хотелось обнять их, что-то для них сделать хотелось. То есть, и вот аналогия с тем, что вот когда мы действительно настоящему видим вот этот материальный мир, когда, что мы здесь страдаем, что на, и самые большие страдания, это заключается не в материальном мире. Это энергия Кришны. Потому что чистый преданный, он говорит, что ему все равно, что он здесь будет в этом мире в аду, или он будет в раю, он будет занят, он будет полностью утворен тем, что он будет другим давать это знание и служить Кришне. Он не просит даже освобождения, чистый преданный. Самое страшное – это то, что у нас есть анархии, из-за которых мы страдаем, которые душат нас в этом материальном. Вот это анархии, которые вот это вот в сердце есть, недостатки эти. То, что нежелательно для чистой души. Анартха значит то, что нежелательно для чистой души. Они душат наше сердце. Вот что самое страшное. И духовный учитель, когда дает нам это знание, он говорит, как нам избавиться от этих анартх. Потому что избавляясь от этих анартх, мы начинаем вдруг видеть Кришну. Они закрывают нас. Это наше отношение к этому миру, когда мы пытаемся обрести какую-то корысть в этом мире, когда мы пытаемся наслаждаться этим миром, встаем не в свое естественное положение. И поэтому говорится, Вишванатха Чакраварти Тхакур, он написал 8 стихов, посвященных духовному учителю. Каждый стих он заканчивает «Ванде гурох шри чарана равиндам». То есть лотосные стопы духовного учителя. Да? То есть он все время выражает почтение лотосным стопам духовного учителя. Это автоматически происходит, когда преданный он поднимается на такую смиренную платформу служения. Автоматически, естественно, как-то образом хочется смотреть на стопы. Вот. Это так проявляется смирение. И он пишет, «Яся прасадат бхагават прасада». То есть милость Верховного Господа можем обрести по милости Духовного Учителя. Это путь к тому, на Курукшетре Кришна, он закончил свои слова тем, что он сказал, что путь обретения вот этого благословения, совершенства заключается в милости таких великих личностей. И Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что по милости духовного учителя мы можем обрести милость Кришны. Только по милости духовного учителя. Почему? Потому что духовный учитель, Кришну привлекает только любовь. Вот это чувство любви. Но духовный учитель сюда, когда приходит, и Кришна привлечен всегда духовным учителем, всегда с саду, он всегда с такими личностями. И когда мы служим таким личностям, Кришна тоже нас замечать начинает. Вот. Когда он видит, что мы служим таким личностям, мы хотим, и искренне есть желание это, есть смирение. На самом деле, Бхактивинод Хакур, он говорит, что смирение – это духовное качество, это качество души. Это даже не качество гуны благости. Поэтому если у нас есть открытое сердце, смирение в сердце есть, и мы хотим служить духовному учителю, то по его милости, по его благословению мы можем обрести милость Кришны. И Кришна придет и тоже нас приблизит к себе. Есть одна такая история, которая очень хорошо иллюстрирует качество вот этих святых и важность служить таким личностям. Такие истории, их нужно слушать день и ночь. Потому что, соприкасаясь слухом с такими личностями, они проникают через слух в сердце, и наше сердце начинает оно становиться мягче. Почему? Потому что у этих личностей мягкое сердце. Это происходило в Южной Индии. Южная Индия раньше называлась Дравида Деша. И поэтому преданных, южноиндийских преданных, они обычно называют дравидами. Например, наш сампрадай Гаудия Вайшнава сампрадай, да? Потому что и преданных называют Гаудия Вайшнава. Это,
это средняя часть Индии, то есть Бенгалия, вот эта восточная часть, северная, вот эти вот места, это этих преданных называют Гауда-Вайшнавы. Это местность. А это была Дравида-Деша, это Южная Индия. Великий преданный Рамануджа Ачарья, у него был ученик, Куреш его звали. Он был полностью предавшийся душа, Куреш. И у этого Куреши, у этого преданного, у него были уже тоже ученики. И один из его учеников, Чатурграм его звали, он стал плохо относиться к своему духовному учителю, он на самом деле стал завидовать ему. Эта зависть проявилась, и он не проконтролировал эту свою зависть в сердце. И он оставил служение, то есть зависть он бы мог убрать, если бы он продолжал служить, но он оставил ее, и более того, он видел, что все любят Курешу. И он пошел министром к одному царю, который тогда был очень фанатичным, это была династия Чхола, и этот царь, он был очень фанатичным, он поклонялся Господу Шиву, не понимая, что в Ведах говорится, что вайшнаванам ята шамбу, шамбу, или Господь Шива является лучшим вайшнавом, он постоянно сидит и повторяет рам, 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 он медитирует на Господа Санкаршану. Он оторвал Господа Шиву от верховной личности Господа, и в итоге он утратил это знание и не понимал, и он пытался навязать свое вот это знание другим. Он хотел, чтобы все стали, поклонялись только Господу Шиве. И он был очень фанатичный, и сердце его было жесткое, потому что он не связал Господа Шиву с верховной личностью Господа Вишну. У него не было связи с Господом Вишну, поэтому сердце его не было мягким. И он всех заставлял. И вот этот Чатурграм, этот ученик Куреши, он стал говорить, мы достигнем быстрого результата обращения всех в нашу веру, если мы обратим в нашу веру Рамануджа Ачарью. Потому что вся Дравида Деша, она следует его наставлению. И если мы просто возьмем и просто Рамануджу Ачарью достаточно сделать таким же, как и мы. И тогда царь послал к вашим, к Рамануджу Ачарье, своих слуг, которые бы доставили его. И Куреша, он понял это. Он когда услышал об этом, он все сразу же понял. У него разум был настолько ясный, настолько глубокий. Он сразу понимал суть, цель их. Он понимал, что они хотят. И он понял, что Рамануджа, мой духовный учитель, он никогда не оставит Господа. Никогда. И поэтому они его убьют. Поэтому он решил, что надо спасти своего духовного учителя. И он подумал, это такая возможность для меня, удивительная. И он сказал, мой дорогой Гуру Махарадж, моя жизнь вообще не представляет никакой ценности. Ваша представляет огромную. Благодаря вашей вере люди, они занимаются духовной практикой, прогрессируют и становятся совершенными. Только благодаря тому, что они видят вашу веру, благодаря тому, что они общаются с вами. И они зажигаются благодаря вашей вере. Благодаря тому, что вы непосредственно ощущаете Верховного Господа в своем сердце. А моя жизнь вообще не важна абсолютно. Поэтому, пожалуйста, отдайте мне свои одежды шафрановые, одежды саньяси, а я дам свои одежды грехасхи, потому что Куреш был грехасхой, и у него было двое детей, у него была жена, у него было двое детей. И Рамануджа Ачарья не соглашался, но так или иначе Куреш настаивал, убеждал, объяснял. И Рамануджа, он согласился. Но в сердце он постоянно думал о своем ученике и молился Господу за своего ученика. И Рамануджа Ачарья с другими своими учениками, они вышли из города незаметно и ушли. Остался только Куреш, переодетый в Рамануджа Ачарью, и еще один преданный ученик Ямуны Ачарьи. Потому что он был старый, он уже не мог даже передвигаться. То есть он мог передвигаться, но ему было тяжело. Он знал, что он далеко не убежит. И они остались вдвоем. И когда туда пришли посланники царя, то Куреш, он представился как Рамануджа Ачарья. То есть они не знали, они не видели его раньше. И они доставили его во дворец к этому царю Чоле. И начался диспут, философский диспут. Но так как Куреш, он был,
у него было знание в сердце, потому что он, его божеством был его духовный учитель. И таким образом, говорится, в шастрах развивается настоящее знание, когда мы служим духовному учителю, настоящее знание приходит в сердце через служение. И он легко разбил их всех доводы. И когда те уже начинали злиться, Куреш, он обронил такие слова, он сказал: «А что вообще тут думать? Даже Дрона выше Шивы». Это такие единицы измерения в Индии, единицы измерения веса. Дрона тяжелее, Шива легче. То есть Дрона выше, как бы получается, единицы измерения. То есть он сказал таким деревенским, простым языком, даже так сказал. Даже вот как бы в конце уже так вот. И это так задело уже царя. То есть он уже, он его завел в тупик, объяснил. Но тот, у него были свои представления, свои желания. И из-за этого он сказал: убейте. Нет, он не сказал убейте. Он сказал, он вспомнил, что когда ему было 8 лет, когда он был еще принцем, его сестра, в тело его сестры вошел дух. И в то время пришел Рамануджа и освободил ее от этого духа какого-то брама-ракшаса. Но это было в детстве. И вот сейчас он подумал: я не буду его убивать. Он сказал: отведите и выколите ему глаза, обоим им. Потому что там был этот Махапурна, ученик ему на Ачаре, также с ним. И они отвели их двоих, стражники отвели, развели костер и засунули туда горящие прутья в костер. Когда они накалились, они взяли и Рамануджа Ачарьи, и Махапурни, они выкололи глаза. Конечно же, Куреша, он испытывал боль, безусловно. Говорится, что... Но ум такого человека, описывается, который обращен внутрь себя, он созерцает Верховного Господа, он всегда удовлетворен. И он сравнивается там в Бхагавадгите, Кришна сравнивает такой ум такого человека с океаном, в который постоянно впадают эти реки, но никогда океан не выходит из берегов. Но это не значит, что он не чувствовал. Чувства остаются, и боль остается, и вот это наслаждение остается. Но так как в сердце есть любовь к Богу, эти чувства страдания, счастья, страдания, счастья приходят и уходят, но любовь к Богу, она всегда у него затапливает. Поэтому у него есть что-то, нечто высшее. И благодаря вот этому высшему у него есть определенные качества. И когда ему выкололи глаза, Куреша, он так сложил руки, он сказал: «Мои дорогие господа», он обратился к стражникам, он сказал: «Мои дорогие господа, огромное вам спасибо, я вам очень признателен, спасибо вам огромное. Я даже не знаю, как я могу отблагодарить вас. Вы такие милости, вы позволили мне послужить моему духовному учителю». То есть вот так, это было настолько естественно, настолько искренне было сказано, что даже эти стражники, сердца их растаяли, они не знали, они поняли, что они совершили высочайшее оскорбление. Они не знали, что делать. Они понимали, что они должны были выполнить наставление царя, но они нашли какого-то человека, старика, который рядом был. Дали ему денег, сказали: отведи этих двух людей к ним домой. И удрученные ушли. А Куреш, он был безумно счастлив, потому что он подумал: я чем-то хотя бы чуть-чуть, я послужил своему духовному учителю. Он был полностью счастлив, он испытывал вот это в сердце, он ликование испытывал. Хотя ему было больно, ему выкололи глаза. Махапурна уже не мог идти даже. И он прилег, ему было так от этой боли, то есть его тело, оно и так было старое, что он уже не выдерживал. И вот так он лежал, и голова его лежала на коленях у Куреши, и так он оставил тело. И Курешу довел этот человек до дому. И Куреша продолжал так жить. И прошло несколько лет, прежде чем этот царь Чолы, он умер. Умер он в страшных муках. И этот Чатурграм, так называемый ученик, он тоже умер, тоже в страшных муках умер. То есть они посеяли вот это вот себе муки сами же.
И когда прошло несколько лет, туда вернулся Рамануджа Ачарья. В то время Рамануджа Ачарья, он путешествовал по всей Индии, он проповедовал активно. И когда он вернулся, когда он увидел своего ученика, он просто стал плакать. Он не выдержал. Он сказал: «Мой дорогой Куреш, пожалуйста, у меня есть наставление для тебя, пожалуйста, выполни наставление». И Куреш сложил руки и сказал: «Да, мой дорогой духовный учитель, что вы хотите, я сделаю». Говорит: «Пожалуйста, Куреш, сходи к Господу, к Божеству, к Ранганатхе, и попроси его, чтобы он вернул тебе зрение, чтобы он дал тебе глаза». И Куреш услышал наставление, он пошел. Он пошел со своей семьей, он пришел к Господу. А Рамануджа в то время, пока вот эти несколько лет было, когда Куреш был слепой, он сочинял удивительные молитвы. То есть, не то, что сочинял, из сердца выходили эти молитвы для Господа. Он говорил, и люди записывали эти молитвы. У него было очень много удивительных молитв. Когда Рамануджа увидел, он сказал: «Ты просто возноси Господу эти молитвы, и Господь настолько будет доволен, что Он любое твое желание выполнит». И Куреш пришел туда. И он стал возносить суд. Он пришел, и когда утром был первый даршан, пришел туда на даршан, он стал возносить. Вот весь день возносил молитвы. И потом он услышал, как Ранганат с ним разговаривает. Он говорит: «Куреш, я так доволен тобой. В твоем сердце столько преданности. Я даже не мог остановить тебя. Мне хотелось слушать и слушать, но я уже не выдержал. Я хочу... Проси любого благословения». И вот что удивительно, что сердца таких преданных — это удивительное качество. Это качество, то, что вот Чинаки Пандит, он говорит, что красота кукушки в том, что она очень красиво поет. Красота целомудренной женщины, то есть красота женщины в том, что она очень верна, целомудрена. Красота некрасивого даже человека в его знании. Но он дальше говорит, что красота мудреца в умении прощать. Это прощение, оно может быть только в мягком сердце, у которого есть любовь, в смиренном мягком сердце. То есть он уже находится на таком смиренном уровне, что он никого не считает выше себя. То есть никого не считает ниже себя. Всегда себя считает ниже. И так как он чувствует Кришну, то есть так как мы говорили, что это качество смирения, это духовное качество, а духовное качество мы развиваем, когда мы уже чувствуем присутствие Кришны. То есть, когда он чувствует рядом с собой Кришну, он испытывает такую любовь, что все живые существа, они также дороги ему становятся, потому что они связаны с Кришной автоматически. Когда мать Шилупады говорит, что она находит башмачок, она сразу вспоминает своего там, сыночка или дочку. Она сразу же вспоминает, и в сердце она испытывает эту любовь автоматически. Все дорого, она прижимает этот башмачок, может, к сердцу. Вот. И такие вот личности. И всегда прощают. Даже обида – это естественное качество. Обида естественна даже для святых. Святой даже тоже может обидеться. Но благодаря своему знанию, своей любви, он быстро, эта обида уходит из сердца. Сразу же быстро уходит. Потому что обидеть – это естественно. Мы живые люди, у нас есть живые качества. То есть, и у нас это так автоматически можно обидеть, оскорбить, но благодаря знанию глубокому и вот этой любви это быстро уходит. И Куреш, он сказал: «Мой дорогой Господь, я так доволен тем, что у меня есть мой дорогой духовный учитель, у меня есть ты. У меня есть одно желание, пожалуйста, исполни мое желание. Мой ученик Чатурграм, его сердце, оно осквернилось, и он стал причиной того, что нам выкололи глаза. Пожалуйста, прости его и дай ему приют в духовном мире, в духовной обители». Тогда Господь, он послушал, он сказал: «Ты точно уверен в том, что ты просишь?» Он говорит: «Да, единственное, что я хочу, это этого». Он говорит: «Он находится уже в аду». Говорит: «Ну, я хочу только этого». Он говорит: «Хорошо, я забираю его в духовный мир». И Господь был так доволен, сказал: «Я хочу еще исполнить твое желание, еще одно. Пожалуйста, проси еще одно желание». Куреш сказал: «Да, Господь, у меня есть еще одно желание. Пожалуйста, будь милостивый. Царь Чола,
Он находился в таком невежестве. Как он без твоей милости? Он не сможет обрести твою милость. Будь милостив. Дай приют ему, приюту твоих лотосных стоп. Верни его в духовный мир. Кришна сказал, ты точно уверен? Ты уверен? Да, да, не знаю, о чем я прошу. Пожалуйста, верни его. Сказал, но он в аду находится. Пожалуйста. Господь сказал, хорошо. Он будет. Я его забираю в духовный мир. И довольный Куреш, он вернулся обратно. Рамануджа Ачарья, он узнал об этом. Он заплакал. Он пришел и сказал, Куреш, пойми, твое тело, оно принадлежит мне, это моя собственность. И глаза тоже моя собственность. Мне не хватает этих глаз. Мне нужны эти глаза. Поэтому, пожалуйста, сходи к Ранганатхе и попроси его снова, чтобы он тебе дал, вознеси ему молитву и попроси, чтобы он дал тебе эти глаза. Тогда в своем сердце Куреш подумал, мой духовный учитель признал меня, он считает меня своей собственностью. Эти глаза, они принадлежат моему духовному учителю, я пойду и попрошу. И он вернулся со своей семьей, он пришел туда, и он стал возносить молитвы, и целый день возносил молитвы, и Господь сказал, что ты хочешь, Куреш, я хочу выполнить любое твое желание. Сказал, мой гуру Махарадж, это тело принадлежит моему гуру Махараджу. И мой гуру Махарадж потерял 2 ценных предмета. Я прошу тебя найти эти 2 ценных предмета, потому что он их потерял, это мои глаза. И зрение вернулось к Курешу. Он стал видеть. То есть Господь сразу же благословил его, сразу же он увидел. И он стал дальше возносить молитву. Он говорит, Господь. И он стал рассказывать то знание, которым обладает Махабхагавата, великий преданный. Он сказал, Господь, я не вижу никакой другой иной причины, кроме Тебя. Ты дал мне это тело, потом Ты забрал эти глаза, теперь Ты мне дал эти глаза. А я просто счастлив тому, что я могу служить Тебе. То есть вот есть такие великие примеры, таких великих преданных, о которых действительно нужно слушать день и ночь, потому что вот это их отношение к другим живым существам, их отношение, их сострадание, их отношение к своему духовному учителю, она дает нам путь, озаряет путь, как мы сами должны идти этим путем. И все начинается с того, что мы должны слушать этих личностей и слушать от них, как идти этим путем, потому что благодаря этому мы можем действительно обрести знания. Как говорится, да, мой духовный учитель с факелом знания озарил мне путь. Да? Вот. И выполняя эти наставления, мы можем приблизиться. И Джива Госвами, он говорит, что есть три основные оскорбления духовного учителя, три основные оскорбления святого имени. То есть духовный учитель говорит, что самое, то есть мы слышим, что самое главное наставление духовного учителя – это воспевание святых имен. Но то же самое воспевание святых имен может и покончить с нашей духовной жизнью, если мы будем продолжать совершать оскорбления святого имени. Вот. То есть необходимо избегать эти оскорбления. И Джива Госвами, он говорит, что то есть это как это происходит? Почему это происходит? Например, вот, то есть когда духовный учитель сажает эту бхакти-лату в сердце, дает возможность эту, и мы берем, мы должны поливать ее аккуратно. Поливаем ее воспеванием святого имени. Поливаем, поливаем, она растет. Но если мы невнимательны, вот так вот рассеянно поливаем, вот так в разные стороны смотрим, невнимательно, то мы поливаем все вокруг, и там сорняки могут прости и задушить рост основного растения. Поэтому не надо быть, ну, относиться пренебрежительно к святому имени. Постоянно слушать о славе святого имени. И Джива Госвами говорит, что есть три основные оскорбления святого имени. На санскрите они называются это как саду-нинда, гурора-вагья и шути-смрити-нинда. То есть три основные оскорбления. То есть первое – это саду-нинда, когда мы оскорбляем вайшнавов преданных. Из-за этого сразу же очень быстро мы можем потерять вот этот свой духовный путь. Потому что
для таких преданных саду, для них нету другого никого, кроме Верховной Личности Господа. Они очень дороги Господу. И второе – это гурора вагья. Это слово санскритское «авагья», она буквально значит «пренебрежение». Когда мы пренебрегаем словами, вот этим наставлением духовного учителя. Потому что вот эти наставления – это как раз является путь. И принимаем мы эти наставления тогда, когда у нас есть хотя бы толика смирения. Когда мы хотя бы немного понимаем, что духовный учитель все-таки лучше нас. Что это необычная личность. Как однажды у Тама Шлока Прабху, там старший, один из старших преданных, ученик Индрадюны с вами, и он летел с Индрадюной с вами в самолете, и он говорит, вот это оскорбление, считать духовного учителя обычным человеком, то есть одно из 10 оскорблений святого имени, он говорит, как понять, что духовный учитель не обычный человек? И он сказал, Гурудев очень практично сказал, говорит, ну ты хотя бы посмотри, как живет духовный учитель, ты посмотри хотя бы, сколько он путешествует. Я когда это услышал, для меня это было действительно очень актуально, потому что я сам как-то так по судьбе очень много езжу в Дхаму и по работе приходится очень много. И это очень изматывает, очень сильно изматывает. Иногда хочется просто остановиться, вот как сейчас, я уже давно в Дхаму уже не ездил, уже больше полгода. Потому что уже очень тяжело туда-сюда. Но духовный учитель, он постоянно, постоянно, он три дня в следующий город, три дня в следующий город, и вот так постоянно, постоянно, постоянно путешествует. Например, Джайпатака Махарадж, как в книге Гиннесса записан, я не знаю, правда или нет, но вроде бы преданные говорят, что так. Но так или иначе, видели его паспорт, вот такой толстый, потому что для виз не хватает места, иногда они кончаются, новые визы и так далее, и так далее. И просто прикрепляют паспорт еще один, еще один. У него очень толстый паспорт. Он как самый, один из самых, ну, по крайней мере, но мы знаем точно, что он очень много путешествует. И я сам знаю, потому что, хотя несмотря на то, что у него инсульт был, и он ходить не мог, он все равно путешествует. В Майпуре его нет, штаб-квартира, это в Майпуре его, но его там никогда нет. То есть он приезжает, все собираются три дня, потом он опять улетает. Везде путешествует, путешествует. Вот. И Индрадюна с вами сказал, что ты хотя бы посмотри, насколько он, что он столько много путешествует. Путешествует, потому что он хочет, у него есть сострадание, он хочет всем помочь, поэтому путешествует. То есть так мы должны видеть. Вот. Это необычная личность. Есть сердце. Вот что заставляет его постоянно путешествовать, потому что другой материальной причины нету, чтобы так путешествовать. То есть любая материальная причина бы истощилась, невозможно, потому что тело уже сказало бы «стоп». Хватит, я не могу. Мы, когда последний раз Андрадюна с вами сюда приезжал, была Весапуджа, и как-то мы вместе ехали, и мы провожали его домой, то есть в ту квартиру, где он жил, и мы зашли вместе в лифт, и был у Тама Шлока, я и Гурудев стоял. И у него настолько сильно голова болела, что он вот так вот стал падать и схватился вот так вот за эти, вот он посередине лифта стоял, вот так вот за стенки лифта вот так вот, и устоял вот так вот, и так раз, так глаза открыл, вот. То есть у него так сильно голова болела, что даже в один момент она, ну, то есть уже не выдержала физическое тело, просто вот это тело, хотя оно не является физическим, то есть материальным духовным учителем, духовное, потому что оно пропитано вот этими духовным сознанием, но так или иначе, то есть оно даже не выдерживает. Но он все равно продолжает. И всегда он здесь свежий и бодрый. И когда он начинает говорить о Кришне, он настолько погружается в это, что он не чувствует вот эти все материи. Вот это гурора авагья думает, что он обычный человек, и поэтому пренебрегать его наставлениями. И шрути смрити нинда, это когда мы думаем, что оскорбляем эти писания. Каким образом мы оскорбляем писания? Когда мы используем эти писания для оправдания своих чувств, своих желаний. Когда мы вырываем из контекста какие-то вещи, которые здесь описываются, для того, чтобы оправдать свое поведение. Вот это оскорбительное отношение к священным писаниям. Когда мы так думаем, используем их. То есть ни в коем случае нельзя этого делать. Для этого человек должен быть браманом. И здесь поэтому в комментарии, здесь Шрила Прабхупада, он пишет, что
люди, претендующие на звание браманов, только потому что родились в браманских семьях, притязают на монополию изучения вед. А другие же воспринимают это как несправедливость по отношению к представителям прочих каст, которым не посчастливилось родиться в семье браманов. Но и те, и другие заблуждаются. То есть Священное Писание должен изучать человек, который хочет развить браманические качества, у которого должны быть браманические качества, чистота, честность. То есть он никогда не должен использовать эти писания для своей какой-то выгоды материальной. Вот. То есть человек должен обладать настоящими вот этими качествами. У него должна быть квалификация, именно заключающаяся в качествах. Вот. И эти качества, это значит, что не использовать Священное Писание для своей выгоды. Это три оскорбления. Иначе мы придем так или иначе, если мы не увидим в себе вот эти оскорбления, если мы не будем знать об этом, то это приведет к печальным последствиям. Если мы, например, начинаем отвергать саду, сейчас скажу, гуру и садху. Если мы отвергаем гуру и садху, то приходит это к тому, что это значит, что мы на самом деле действительно думаем, что духовный учитель – обычный человек. И его слова, он ошибается часто. Несовершенный. То есть мы не понимаем, что такое духовный опыт значит. Что мы не понимаем, что он тут совершает какие-то ошибки в этом мире. Там. То есть, значит, мы путаем вообще, что такое духовное знание и материальная какая-то квалификация. И мы думаем, что это действительно обычная личность. И в итоге что происходит? Мы начинаем сами домысливать, извращать. И в итоге, в конечном итоге, это приходит к тому, что мы оставляем гуру, мы оставляем садху и пытаемся через шастры каким-то образом прийти к этому пониманию. Но мы понимаем эти шастры уже неправильно, потому что платформа уже изначально мы хотели запутаться в этом. Почему? Потому что мы запутываемся в этой гьяне. Это называется осквернение вот этой гьяны, неправильной гьяны. И неправильно так называемой знанием на самом деле. И это приводит к имперсонализму, то есть это диспекуляция. В конечном счете, так приходит. Вот. Имперсоналисты, они что так делают? Они берут гуру, используют для того, чтобы получить знания, а потом просто его берут и отвергают. Они просто его отталкивают и все. Он им не нужен. Он им был нужен как просто мост, через который. То есть так просто, как чтобы использовать. Если же мы отвергаем гуру, просто только гуру, то что происходит? У нас начинает развиваться вот это желание получить плоды от своей деятельности. То есть это осквернение вот этой кармой. То есть мы не хотим, чтобы рядом с нами была личность, которая бы нам показывала наши ошибки, которая бы нас свела, потому что мы хотим, которая бы указывала нам всегда этот конечный путь, который бы в соответствии с временем, местом, обстоятельством ачарья давал нам это знание, чтобы мы могли туда прийти. Вот. То есть это значит, что в нашем сердце есть желание вот просто каких-то обретений, каких-то материальных плодов. Вот. То есть мы используем это знание и знание садху, потому что садху также подразумевается предшествующие ачарья, которые здесь часто на них ссылаются, на их опыт. Вот. Он уже записан, у него не, то есть нельзя взять и по-другому переписать, поэтому можно взять и подставлять, как себе хочет. То есть это оскверняется вот этой кармой. И самое опасное, что может произойти, это когда мы отвергаем саду и шастры и оставляем только гуру. То есть вот эти все три оскорбления, гуру, равагья, Шути, смотрите, нинда и саду нинда – это гуру, оскорбление гуру, шастры и саду. Вот эти три вещи, которые дают нам путь. Всегда должно быть, когда мы видим свой путь, должно быть этот путь, он должен быть озарен гуру, шастрами и садами. То есть вот этими тремя вот этими личностями, которые мы должны всегда сверяться с этим. И вот самое страшное, когда
Мы не замечаем этого, когда мы думаем, что есть только гуру, и не принимаем авторитет других вайшнавов. То есть самому гуру это не понравится. Ему это очень не нравится. Или авторитет шастр. Шастр это тоже личность, это воплощение Кришны, литературное воплощение. И что из этого происходит? Из-за этого происходит, что человек начинает... У него проявляется желание чуда. Он хочет, чтобы это чудо проявилось сейчас, здесь. То есть его гуру привлекает как некий такой человек, который совершает какие-то ситхи. Как в Индии это очень сильно распространено. А не гуру приходит, покажи нам саду какую-нибудь ситху. И когда он видит, они сразу становятся духовными учителями. То есть они хотят сразу сейчас же наслаждаться вот этим, получить это наслаждение. Это приводит к сахаджи. Как правило, вот сахаджи, у них есть гуру, который ведет им. Они не слушают шастры, они не слушают другим саду. Кто бы что ни говорил, у них своя секта. Они с гуру танцуют танец раса. Вот. Это называется сахаджи, когда мы материальными чувствами пытаемся насладиться духовным, то есть не понимая на самом деле, что мы просто материальным образом все это воспринимаем. Поэтому так нам очень важно именно третьи вещи. Вот. Вот. Таким образом мы будем развиваться правильно. Вот. И когда мы слышим эти наставления от гуру, саду и шастры, то автоматически, когда мы действуем, мы начинаем видеть свой долг, и автоматически развивается вот это, автоматически развивается благодарность. И это то, что нам необходимо, то, что нам нужно ощутить в сердце, не просто теоретически понять, а действительно обрести эту реализацию. Но она, реализация, развивается в процессе того, что мы выполняем наставление духовного учителя. Вот. Мы очень благодарны, должны быть таким личностям. Это благодарность. Поэтому Кришна в начале, когда там перед тем, как стало совершаться жертвоприношение, он сразу же вознес молитвы и стал говорить именно об этом. Насколько важно именно увидеть и понять, насколько в сердце мы должны понимать нашу зависимость от таких великих личностей, насколько важно нам служить таким личностям. Хари Кришна. Все. Может быть, есть? Когда преданный начинает практиковать, и он еще не разбирается. И как ему понять, кто такой саду, и так, чтобы не оскорблять никого, как прийти к пониманию. Ага. Однажды была такая история. Шрила Прабхупада давал инициацию, там в начале движения еще было. Тогда у него уже было несколько старших учеников. И он попросил Брамананду перед тем, как давать инициацию, рассказать о 10 оскорблениях святого имени. И он стал говорить. И одно из оскорблений – это не оскорблять гуру. То есть он там стал говорить, и Шрила Прабхупада остановил его и сказал, подожди, не только гуру, а всех преданных. То есть То есть наше отношение должно заключаться, что вообще, чтобы вернуться в свое изначальное положение души, а его изначальная природа – это природа смирения, когда он ко всем относится выше, то есть он ко всем понимает, что все его выше, что он слуга каждого. Вот чтобы к этому положению вернуться, он должен понять, что… Чтобы я развил вот это вот свое духовное тело вот полностью, я должен относиться именно таким образом ко всем живым существам. То есть в освобожденном, в таком чистом состоянии у нас есть понимание джива-доя, то есть что мы служим другим живым существам, потому что они тоже связаны с Кришной, не только даже преданные. Но преданные особенно. И когда мы приходим, здесь нас окружают преданные, поэтому мы должны понимать, что другие преданные тоже саду.
Вот, то есть ко всем. То есть это будет правильное умонастроение. Это правильное умонастроение сохранит нашу духовную жизнь, сделает ее крепкой. Поэтому мы должны относиться не только к гуру, но и к другим. И сам Господь Чайтанья говорил, что даса, даса, анудаса. Вот. То есть на самом деле, вот если мы видим действительно смиренного вайшнава, который реализовал в себе, он таким образом, вот это качество, он таким образом себя ведет, что именно он так себя ведет, что он считает себя слугой слуги. И когда он дает лекцию, например, такой великий приходит, это не значит, что вот он великий, мы его выбрали, и поэтому он дает. Нет, таким образом он служит. Это его служение, он хочет всем помочь. И поэтому он будет говорить вот эти реализации именно, которые помогут другим. Так он служит. И поэтому наше представление должно быть о том, что все вокруг преданные. Да, конечно же, будут случаться такие ситуации, пока мы еще не находимся на таком уровне, как Утама от Хикари, когда мы всех видим чистыми душами. Нам необходимо... Бывают такие случаи, когда кто-то нас может обидеть или неправильно себя ведет. Поэтому для этого Санатана Госвами записал вайшнавский этикет. То есть пока мы это неестественным образом это чувствуем в сердце, то мы используем вот эти вот правила какие-то. То есть есть этикет, если кто-то неправильно себя ведет, мы подходим к старшему, например, и говорим, вы знаете, вот этот преданный, он ну, не очень хорошо, вот это пагубно, в принципе, для жизни, но у нас тоже должна быть квалификация, чтобы хотя бы вот смиренным состоянием. То есть, когда у нас есть хоть капля зависти или обиды вот этой, мы, может быть, не сможем правильным образом это указать. Вот. И тогда благо не получит никто, и мы тоже. То есть, должен быть правильный мотив, чтобы исправлять, чтобы помочь. Вот. И мы подходим к старшему преданному, тот, который является авторитетом для этого преданного. Мы подходим и говорим, вот так и так вот такая ситуация, не могли помочь. И это тогда он даст ему наставление, и так как этот преданный для этого преданного, этот старший преданный является авторитетом, то у него открытое сердце к нему, к этому старшему преданному. И он примет эти наставления и исправится. То есть необходимо именно обратиться к такому преданному, который будет авторитетом для этого преданного. Это называется вайшнавский этикет. Вот. Есть такое оскорбление, называется марьяда вьятикрама, когда мы нарушаем субординацию отношений. То есть есть старшие, есть младшие, есть друзья какие-то. Вот. И мы таким образом через старших мы берем и обращаемся. И он может, вот старший, благодаря своей вот этой реализации, он может переварить эту проблему этого преданного и поднять его, возвысить. Таким образом все получат благо. Вот. Поэтому бывают такие ситуации, да. Для этого есть этот этикет. Но помимо прочего всего, мы должны также всегда возвращаться к своему воспеванию, внимательному воспеванию святого имени, потому что всегда будут в жизни случаться такие ситуации, когда нам кто-то сделает больно или так далее. Но когда мы внимательно читаем, воспеваем святое имя, и Кришна проявляется, все. То есть мы можем выплакаться Кришне настолько, насколько вот в душу уже влезет. Мы когда чувствуем это присутствие, все, сразу же все уходит из сердца, все. Сразу становится так легко, и только через Кришну мы можем простить этому человеку вот эту обиду, сразу очень легко становится. То есть нам необходимо какой-то такой особый вкус получить, который бы нейтрализовал этот яд в сердце, который был настолько выше, что по сравнению с ним этот яд, он незначительный был. Мы поняли, что мы получили что-то особое, что-то вечное, недвижимое, которое никуда не уйдет. Этот яд будет приходить нектар, будет приходить яд, нектар, снова. Но вот это высшее, недвижимое всегда будет в сердце. Поэтому так важно именно иметь свои отношения, развивать также с Кришной. То есть, когда нам тяжело, мы должны, ну не только когда нам тяжело, должны обращаться к Кришне всегда, но это естественно, когда нам тяжело, мы обращаемся к Кришне. Вот, то есть, внимательно воспеваем. Запутываемся и не понимаем, к кому обратиться, можно обратиться к Кришне. Да, и даже можно. Но этот вопрос может решиться сам собой, или все равно лучше потом, ну, как бы, получить внешнюю поддержку через... Это вопрос решится самим собой, если Кришна действительно проявится в сердце. Если у нас настолько искренняя будет молитва, автоматически решится. Если же не хватает нас сил вот так с искренностью обратиться, если у нас есть какая-то своя выгода или еще что-то, то мы должны действовать в соответствии с этикетом. В любом случае мы должны действовать с этикетом. Внешне мы
поступаем. Но мотив наш, он внутренняя вещь. Вот. Он должен быть, всегда быть связан с Кришной. То есть мы должны всегда смотреть, благоприятно это для моего преданного служения или неблагоприятно, вот, для моего духовного развития. И вот таким образом, то есть вот так вот. Все, да? Шримад Бхагаватам Грандарачки, Шилврупада Китя, Итай Гохорпи Мананда.